Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Если заразиться, ей хана, а дохла ей грош цена. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Да что ж вы творите? Простых людей убиваете! Коммунисты называете! Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии, а вы все заражены! Вот-вот! И прекращая ваши мучения, мы как раз... Уже похоже. Так что слушай, красные знали про заразу. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже с огнеметами. Да-то они больше некому. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи, это они. Они.
Найдем, обязательно! Что тут? Капитан Ржавин зацепило. При попытке штурма кольцевой преследовал зараженных. Открытая рана. Брюшина. Да. Мертвый! Тревога! Здесь, в родине! Уничтожь, гада!
плану и будет завершена в течение часа. Ну что, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу корпусу. Слышь? Так точно. А что за девку повели? Да это Лесницкого бабец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Не могут быть заразы!
Ха-ха-ха!